дамские пальчики. Первую веточку вот эту я уже собрала. Вот с нее. Ну вот такая вот коробочка. Достала теперь вторую веточку. Ее даже не поднять. Она вся усыпана помидорками. Ух ты. Но буду брать, потому что боюсь, что фитофтора хапнет. Ой. Даже не поднять. Усыпана. Гостиница-то небольшая. Ну, сантиметров 60, наверное, высотой. Три веточки, и они все усыпаны вот такими. Второе вот немножко похуже. Но пошло в рост, но уже покрупнее. Думаю, что пересорт, потому что вот это вот не похоже никак на пальчики. По-моему, сейчас... А, чудо-пальчики. Да, что-то как на чудо-пальчики, но не похоже. Вот это еще более-менее похоже на чудо-пальчики. Вот такие вот. И тоже тяжело, но уже меньше. Вот веточка. Даже не поднять. Тут вот такие томатики все. Вот еще. Подвязываю, не подвязываю, ничего не держит. Вот все в томатиках. Какие красавчики. Кто-то покушал их. Ну, в общем, такие вот чудо-пальчики. Сегодня 26 августа 2022 года. Какая красота. Буду собирать.